Меня зовут Инна Стан, в эфире программа «News Time». Прямо сейчас о самых интересных событиях из мира шоу-бизнеса. «News Time». Филипп Киркоров выпустил альбом «Романы. Часть первая». Король эстрады назвал новые песни живой палитрой своей души и радужными цветами своего творчества. «News Time». Звезды гангстер-рэпа Wu-Tang Clan готовят пластинку, состоящую из колыбельных. Релиз увидит свет в рамках проекта Rockabye Baby, который выпускает популярные песни в неожиданном формате. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. Анна Плетнева и Алексей Романов из группы «Винтаж» встретили наступившую весну на большом сольнике в Москве. Московскому концерту предшествовал питерский, а перед ним сочинить пришлось не роман, а обращение к майору. Одного из преданных фенов группы по имени Дмитрий забрали в армию, однако записав персональное обращение к его руководству, Аня Плетнева смогла запросить для него увольнительную в день концерта. Он был в первых рядах, он помог. Он продавал наши футболки. Да, он, ладно. Да, он то есть делал все его для того, чтобы я использовала его, да. Спасибо. Вообще ужасно приятно использовать свое служебное положение звезды для того, чтобы уволить человека из армии. Это очень приятно. Ну хотя бы на один вечер. А вот на себя Анне Плетневой времени не хватало. Не успев сменить сложный костюм всего за минуту на обоих сольниках, звезда решила выложить столь нервный процесс на суд публики, а затем транслировать его на экран. Нет, я не успеваю. Все нормально, Дуся. Где мой микрофон? Все нормально. Наденьте ей эту. Ане очень понравился вот этот вот, сейчас вот это модное слово, хайп. Мне не понравилось. Вызвала публикация вчерашняя. Она подумала, а что не повторить? Нет, давайте повторим. Я не так подумала. Я подумала, что я все равно не успею переодеться, поэтому пускай пусть смотрит уже... сразу. Пусть не в Инстаграме смотрит, после, да. А сразу онлайн. Но в одном мысли у артистов сходятся. Свежая пластинка увидит свет 14 апреля и будет называться «Навсегда». Мы группа «Винтаж». А вы смотрите «Бридж ТВ». News Time. Друзья, на этом новости шоу-бизнеса подошли к концу. С вами была Инна Стан. Вы смотрели программу News Time. Пока. News Time.